Итак, всем добрый день. Друзья, сегодня мы вместе с вами обсудим, как избавиться от плесени дома. Потому что наступает весна, пора обновлять наши дома. Ну и, в общем, пора действовать. Нельзя, в общем, спать, скажу так. Итак, первое, что нам нужно сделать, это одеть каску для safety reason. Ну вот, теперь мы в полной готовности, почти. Итак, в бой, пошли! Вуаля, мы уже здесь. Итак, наверняка у многих из вас появляются вот такие вот плесневые пятна. И когда мы их пытаемся чем-то очистить, либо они остаются, либо они появляются снова буквально через пару дней. Я знаю решение, как это дело исправить. Итак, для этого нам понадобится хлорка, тряпка и вода. Берете обычную хлорку, если у вас ее нет, тогда берете обычное средство для мытья туалетов, наливаете на тряпочку и стираете. Плесени, как ни бывало, ну и, следовательно, в ближайшие пару месяцев ее там не будет. Итак, друзья, есть второй способ, как избавиться от плесени. Это пенопласт. 2,5 см размером с обычный лист пластерборда стоит 4 фунта 50 копеек. В принципе, на одну стенку вашего дома, на уличную стенку, потому что плесневые только уличные, вам потребуется примерно 2-3 листа. В принципе, не так-то дорого. Приклеивайте их на обычный клей или на обычный любой раствор, который у вас есть, кроме цемента. И вот, пожалуйста, тепло, экономно и никакой плесени. Итак, естественно, что мы не оставим стенки пенопластом. Поэтому мы покупаем обычный лист пластерборда. Ставим его на стенку, прикручиваем обычными шурупами к стене. Ну и далее вы можете зашпаклевать или сверху поклеить обои. В принципе, вам обойдется стена фунтов, ну, в 30, грубо говоря, в 40. Зато вы экономите тепло и избавляетесь от плесени навсегда. Так. Итак, друзья, это был мудрый совет специально для группы нашей в Ковентри. Пока. Итак, друзья, есть второй способ, как избавиться... Кошка не видно? Я знаю решение, как это дело исправить. Каска где?